Это песня «Сказка». И само имя «Новогоднее пожелание», оно же о многом может рассказать, да? Вот «Новогоднее», то есть, как я ощущаю, это будет речь о том, о чем мечтается, о небывалом и обязательно о прекрасном. Пожелание — это что-то такое сердечное, светлое, вот от всей души. Потому что желать можно, когда вот любишь человека, ценишь человека, и вот желаешь ему самого-самого светлого. И уже в названии чувствуется, насколько поэт любит своего слушателя. Он приготовил что-то такое волшебно-удивительное, волшебно-ценное. И когда слушаю песню, то я понимаю, почему эта песня сказка. Потому что все персонажи в этой сказке, они одухотворенные, они живые, они действуют. Ведь посмотрите, какая там пурга, какой там Новый год, который заглядывает в окошко, какие горячие ключи и как гитара прям проявляет, как ключи горячие, они пробиваются, там же звуки гитары меняются, там аккорды, они прям такие поднимающиеся, пробивающиеся. И еще такое ощущение, что вроде бы это пожелание, да, это о будущем. Слова звучат именно как жизненное, что это есть, это существует, это вот, это происходит, это реально. И, может быть, поэтому новогоднее пожелание всегда меня воодушевляет, дает силы и дает вот это вот, знаете, стимул, мотивацию. Обязательно идти вперед. Еще особое внимание я обратила на то, как идут слова. То есть смысл слов. Вот первый куплет, он обращает внимание на то, о чем сердце мечтает. Причем мечтает давно. Мечты, они оформились словами благодаря поэту. И не просто оформились, а наполнились вот чувствами. А как это? Какая красота? Какая дружба? Какие отношения? И очень благодарна поэту за его обращение ко мне, слушателю. Вот это вот друг сердечный, то, как это поется, с каким отношением, с какой любовью. Прям, знаете, хочется от радости подпрыгнуть и сказать: «Я друг сердечный». Вот это да, вот это счастье, вот это восторг. Просто нижайший поклон за это новогоднее пожелание, которое актуально в любое время года, потому что новогоднее оно именно своей сказочностью, именно тем, что в любой момент жизни можно начать слушать сердце и воплощать вот это пожелание в жизнь.